честно говоря, я уже 2 дня дома. Сил нет. Но думаю, надо быть. У меня, во-первых, Валберис там есть. Заказ. Пойти забрать. Вчера что у нас было? Я уже вообще запуталась. Со днями. Сегодня суббота, да? 6-го. Да. А 5-го, да. Андрей сегодня 2-й день дома. Завтра он на работе. Ну хорошо. Потом у нас голова как будто начинает кружиться от того, что сидишь, ничего не делаешь, семечки грызешь, еще что-то. Ну, потому что как бы так это вчера. А что мы вчера делали? Где мы вчера были? Я вообще даже уже не помню. Я тоже ничего. Позавчера я все переставила. Андрея не было. Вчера Андрей пришел. Мы вчера дома были, да. Там вчера было очень холодно тоже. Сегодня более-менее уже, ну, -11. Вот. А, вчера мы с Андреем выходили вечером. Думаю, что-то где-то... Да, мы ходили, брюки мы взяли. Я на Валберис заказывала. Выкупили. Одни выкупили, другие маленькие были. Вернули. А сегодня сейчас вот... Сегодня целый день не выходили. Хотела поехать в Леруа, а Яра так и нет. Отправите меня к бабуле. Я с вами не поеду, поеду, хочу, не хочу. В общем, в итоге я его оставила. Ладно, сейчас пойду зайду в Валберис. Все, я забрала. Пойду сейчас схожу. Взяла перчатки, но пока иду без перчаток. Все замерзли, иначе уже перестану записывать. Ой, сижу, как бы у меня получается 2 дня все-таки. Подгоняю по максимуму. Дела все рабочие тоже. Хотя работы там у меня практически уже нету. Но пока каникулы, то есть такое, да, есть, знаете, как раз каникулы, но все равно у нас есть установки, что мы даже сколько пабликов, ну, сколько вот пабликов. Вот мой телефон что не... Все, мы пришли. Сейчас. Вы, наверное, уже по заезду догадались, куда. Мама у нас, он красавица, модница. Ярослав на своей суперколяске. Правда, не хочет, сейчас скандалит. Чтобы я ему просто объяснил, тебе будет так удобнее. Сейчас клей сначала возьмем. Взяли клей, да, уже? А, вы сейчас... Усаживайтесь пока, да. Сейчас клей возьмем. Все. А это что, экстра? Ну, она там даже дешевле на 2 рубля. Будешь возить, вози. Как хочешь. Смотри, как, что удобно. Она по объему больше или меньше? Здесь 35 квадратов, здесь 30. По цене одинаково. Ну, это даже получается чуть-чуть дешевле. Но здесь не выгодно вот это. Здесь 58 квадратов 600, а здесь 35. Даже выгоднее. Ну, возьми, посмотрим, что там, как она будет. Просто две порога выводят. Да, ладно. Все, поехали.
Это надо сам. А, так? Так из растений. В комнате, да, где вот? Что ты говоришь? Ну, где коридор, не коридор, а где комната. Ага. Вот эти углы, где большая комната. Сделать как кирпичами, только немножко это темно. Ну, посмотрите. О, я рассмотрю. Если какая-то. Кошки. Да, детский сад. Детский сад. Вот, типа вот этого, какой-то белый, что ли, там все запечатаны, да? Угу. Качество непонятное. Угу. Ну, здесь будет слишком, да, то есть оно будет видно, что это обои. Наложить вот таким рулоном одним. Пойдем дальше посмотрим, возможно, мы сейчас придумаем. Знаешь, что здесь нету? Что, карманов? Здесь нету карманов. Ага. А, ну, что-то где-то есть, как а, мы ну, выберем. Здесь есть вот этот карман. Да, а, мы... вот здесь большие такие. Я имею в виду, что телефон, да, не хочется. А тебе удобно так, Яр? А есть наш этот, по-моему? Есть вот такие, как пупырчатые просто. Прикольно. Пупырчатые, она тоже хорошо. Нет, оно, знаешь, что здесь нехорошо? Да. Оно прям, видишь, оно прям будет видно, что вот это вот у тебя... Углы. А, не, окантовка есть. Окантовка будет прям. Ну, интересно они как-то смотрят. Да, она так хорошо смотрит. Вот. Еще какой-то момент я смогла. Но они чуть-чуть дороже эти вот, бесшумные, да, вот они? Потолок неплохо смотрится. Сейчас я. Ну, вот они такие же, да, вот? Как да, ну вот они полуоткрыты. Знаешь, вот эти даже оригинальные, хотя тоже будет, видишь? Да, где-то наверное, бадук. Да. Это только если их брать и вот это резать. Зачем так сделали? У нас у тех не было, да, бадка? Но здесь хорошая, смотри, толщина прям. Нос ободками, да. Оставь его, не трогай. Пускай сам идет. Ты думаешь? Да. Хорошая идея? Да, пускай сам идет. Не хочет это. Пускай идет. Раз не хочет на коляске, пускай сам тащит. Что, вот, вот, видишь, что? И ты головой вперед летишь, да. Все, ну, видишь, так? Садись. Ты летишь просто головой вперед. Ты даже руки не выставляешь. Все, мы взяли на комнату. Посмотрим, как получится. В принципе, они будут прикольно смотреться, знаешь, в каком плане? Ты можешь их повесить, сделать и потолок прям под них, да, подклеить на одном уровне. Ну, ты посмотри, потом просто заехать, взять. Ну, их можно и заказом сделать, да. В данном случае. Потому что это сейчас. Иди, просто иди, чтобы можно было сделать там, деньги тебе попить. Обойдешься. Там есть касса. Она мне разныла, как обычно. Давай, ладно, мы на кассу пришли, сейчас быстро сделаем. Да, быстрее, времени нет уже. Помогать тебе, ты же сам хотел, ты нам кукушку сносил. Теперь сам делай, да. Все, давай. Там дело.
Все, давай. Угу. Посмотри, что там. Не надо ничего. Угу. Ну, бывает. Ну, то есть, да, вот слабость. Вот чего. Ну, это вообще суставы, да, они слабые, поэтому они как-то иногда бывают, оно уходит по ступе, еще соображу, как левый, да. Левый иногда вроде немножко как бывает такое, ну, как будто как вылетает плечо, да, сразу встал. И за вот оно. Вот, смотрите, вот, почувствуйте, если сюда руку положите, вот оно не подходит, да, вот. Он подхрустывает. И, по-моему, с этой стороны немножко бедро тоже так же делает у нас. Ну, это у нас уже как бы за счет... Она очень любит. Настя, там что-то... С ними договорились? У нас общий тандем есть, поэтому... То есть у нас как бы так вот. Тара у нас... В основном, да? Посмотрим немножко, не очень, ну так вообще нормально, можно сказать. Ну, многие хотят похуже стали, конечно. Ладно, не буду. Да он больше выпендривает. Ну да, здесь будет больше, знаете. Все будем знакомиться. Больше для этого показухи изначально. Тепешек, да? Молодец. Правая сторона хуже. Да ладно, здесь ничего не работает. То есть если левая не работает, то как бы... И она у него как бы тоже перераскипается. А он ест крылья? Левая. Он все будет. Как-то раньше он правую... Так, может, честно говоря, может. Потому что там боча играет, да, занимается. Если слышали, не слышали, почему это для именно для ДЦП, да? Это что? Тут они мячи кидают. Как питанка, ну, такого всего. То есть там получается белый мяч сначала бросается, а потом две команды. Красные и синие мячи. Не, ну, кто ближе? Кто ближе, чтобы ближе попасть. Там смысл. Я дышу спокойно. Это где они? В Литере. Они туда доходят, там все оборудовано. Ну, на танцы танцевать ходят. Танцы на колесах. Ну, у нас инклюзивные, со мной он танцует, но все равно там тоже уже рукой, по крайней мере, одной вот. Сейчас это мы ему этот активную коляску купили. Вот от этого момента я ждал сколько. Когда вы были у нас на. Засопел. По-моему, в июне, да? В июне. Нет, смотрите, как вот она делает. У нее вот как-то вот массаж. Здесь мало кто из наших. Вот. Хотя Настя говорит, что типа это... Ну, да, мы видели его в Трусковце. Ну, я вот здесь сколько мы массажи, у нас массажистов было. Такой был только вот так в Трусковце. Девочки наделали. Ты уже убежал туда? Я. Держится. Эй, Дима! Эй, Дима! Когда у него занятие? Какое? Ну, как вы случайно сказали. О, во вторник, это четверг. Сегодня, да, получается? Ну, сегодня не будет, сегодня тренер у нас в отпуске. Угу. Вот. А то во вторник, в четверг. Танцы когда? Вот танцы в среда, в пятницу. Ну, это после обеда. А в среду у нас... Снег. Шикарная погода такая. Я в сапожках, в юбочке. Так, что-то плохо видно. О, сейчас ухожу. А в другую сторону, с другой стороны, хочу попробовать на другую остановку.
Надо было, конечно, остаться и физкультурой позаниматься. Но мне что-то сегодня так неохота. Первый день рабочий. Прям неохота. Решила домой уже смотаться. Но надо начинать тоже физкультурой заниматься. Машины дофига стоят. А я хочу попробовать на другую сторону. Ну, а здесь, в принципе, больше возможностей разных автобусов уехать. Поэтому попробовать с этой стороны уходить. И уже светло, пол пятого уже не так темно, кстати, как было. Еще в декабре уже темнота была, в 4 часа начала пятого. Уже тихо-тихо начинает светлеть погодка. Так что я топаю, покажу сейчас. О, такая дорожка у меня здесь. И здесь, кстати, большой магазин есть, супермаркет, но я не пойду. А вот зайти, да, посмотреть, что там есть, сходить. В общем, пока шла, маршрутка ушла, троллейбус ушел, я решила, думаю, пойду в магазин, да, посмотрю, что здесь интересненького есть, вкусненького, что-нибудь прихватить. Я хотела, честно говоря, фрукты больше. Сейчас гляну. А, и вон 71, ну, все хорошо, все маршрутки ушли, можно будет ждать следующее. Полчаса разница, и вот такая погода. Обалдеть, уже метет. И опять 71 ушел. Я вышла с магазина. Ну, ничего такого много не взяла. На 600 рублей я сливки взяла. Я попросила Наполеон. Сгущенку взяла. Вроде по чуть-чуть, по чуть-чуть. И 700 рублей. Сейчас такие ценники, конечно, жестко. Ладно, буду надеяться, сейчас что-то придет другое.